Привет, друзья, с вами Антиквар, мы продолжаем прохождение сценария «Идеальное равновесие». Тазар у нас прибыл в замок, откуда он сейчас отправится на покорение подземелья. Назовем так наш план. Сейчас мы разберемся с армией, в том смысле, что наймем ее. И после этого пойдем подземелья. Первостепенной задачей у нас будет забрать шлем божественного просветления. Тут без вариантов. Так, нанимаем всех, кто есть. Силы нам понадобятся. Предстоит нам бой с чудищами в количестве 5-9 штук. Еще надо понять, это 5 или 9. Ну ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. На досуге между сериями я тут, кстати, думал над вопросом. Смотрите, по поводу специфики карты, да, очень сильная охрана на карте. Да, мы начали на максимальной сложности, все понятно. Вот, и у оппонента не было проблем с золотом и с ресурсами, но охрана этого оппонента стоят точно такие же. А компьютер не умеет пробивать охраны так, как это делал я, да, с вымикриванием юнитов и минимальными потерями. По крайней мере, я стремился сделать эти потери минимальными. А значит, что у компьютера вполне могли возникнуть серьезные проблемы на этой карте. Ну, посмотрим, как это будет. Если моя теория верна, то никакого супергероя прямо у нашего оппонента не предвидится. Ну, поглядим, что загадывать. Так, иди, будешь помогать Тазару. Ладно, не будем. Темп. Так. Что у нас в городе? Нам нужен замок и Капитолий. Вот такие задачи нами стоят. Так, Кинкирия, давай мы лишних, кстати, мух заберем. Поскольку у них задача просто быть отвлекающим таким стеком, который отманивает на себя врага. Ну что, поменьше разговоров, побольше сосредоточения. Так, одну секунду. Да, не успеваю, а я все-таки довести. Ну ладно. Поехали. Поглядим, что из этого выйдет. Так. 5 простых чудищ и 1 древнее. Ну, автобой рассчитал. Победу, правда, с потерей 4 вивернов. Что нас не устраивает категорически. Так. Маслу, конечно, было бы чудесно. Но что чудесно у нас здесь сразу же бросается в глаза, это классный рельеф. Прямо отличный, закрываться очень удобно.
Кстати, не вижу я тут прям каких-то преференций от того, что сейчас мы врубим замедление. Тейк. Выживает Виверн, отлично. Просто отлично. Да. 7 хитпоинтов. Вот это я, конечно, сделал глупость. Ну ладно. Сделал и сделал. С кем не бывает. Мудрость давайте возьмем. Главное, что я взял шлем просветления. Так, а теперь знаете, что надо сделать? Теперь мне надо разбиться об оппонента и пополнить ману в замке Тазаром. И после этого уже можно идти в новую атаку. Да, мне как-то так это видится. Так, давайте мы замок отстроим все-таки этим ходом. Не будем терять время. Оно дорого. То есть здесь мы забираем войска. И Тазар разбивается на чудищах, которых 6 штук без улучшенного стека. Так, и рельеф такой себе, да, на самом деле. Так, а вот то, что мы Тазара нанять-то надо этим ходом. Да, этот момент я немножко не предусмотрел. Ну ладно, что, будем работать на рынке. Ой-ой-ой, зачем же я сижу-то? Вечер поздно. Мозг отключается. Ну ладно. Ну ладно, ничего страшного. Так, мана полная. И вот теперь давайте мы, ребят, с вами повоюем здесь. Разгоним сейчас Тазара на мухах. Так, ну и начнем, я думаю, с драконов. Так, драконы, значит, обязательно, да, щит хочу на 6 защиты, чтобы вообще непробиваемым быть.
И чудищ хочу тоже денег забрать. А дальше, наверное, я не пойду, а пойду чистить вот здесь все, что плохо лежит. Ну, первоначальный план такой, а там поглядим. А там поглядим. Так, аргон строим. Отлично. Ну, здесь все по той же схеме у нас происходит. Единственное, что у драконов может быть и улучшенный стек. Ну, что делать? Будет и будет. Да, улучшенный стек есть. И он нападает на нашу муху. Ну и ладно. Так. И вот так. Чудно. И вот так. Фух. Ну что, 19 гнолов, одна муха. Могло быть лучше. Но и так неплохо, прямо скажем. Так, и куда к чудищам, да? Да, сейчас мы поймем. Вот сюда, то есть я встаю. Так, отлично, погнали. Щиточек заберем, перчатки заберем. Так, нам нужно прокачивать землю. Прям вот кровь из носу. Так, ну поехали. Так, хорошо. Теперь
Попробуем отманить наших оппонентов. Попробовали, но это не сработало. Так, ну ладно, неплохо. 6 гнолов, неплохо. Землю не хотят давать. Очень мне хочется тут еще побегать. Но знаете, это из серии, что самая большая ошибка игроков в третьих героях, ну, на мой субъективный взгляд, когда игрок хочет все у себя собрать, максимально взять армию, максимально улучшить войска, оттягивает момент наступления на врага и дожидается того, что враг к нему приходит с очень большой армией. И, в общем, приходится терпеть от этого врага. Так, что здесь? Василисков, да, строим? Да, не вижу причин этого не сделать. Ну и что, и у нас четвертая неделя стартует. Так, здесь давайте доберем. Мимо серы бегаю, не замечая. Доберем все, что лежит в подземелье. Свободно. Так. Здесь. Давайте на героя тратиться не будем. Тазар сам добежит до замка. Ну и пойдем вот так вверх. Посмотрим. Пробивать то, что здесь стоит на пути у нас. План такой первоначальный, по крайней мере. Так, компьютера пока не видать. Это неплохо, что у нас есть время спокойно обделать все наши дела. Так, кого мы нанимаем? Ну, в любом случае, вот так. И вот так. И это вот прям must-have в нашей ситуации. Гаргонов нанять с собой. Давайте, наверное, да, наймем хорошие войны. Так, ну и ждать нам нечего, мы идем к духам. Ну да, переигрывать тут все понятно.
Надо было гоблинов по дороге окучить. Ну ладно, уже не окучили. Сколько нам до опыта? Вот нам бы взять экспертную землю, и мы могли бы инак грохнуть под шумок. Но чего нет, того нет. Опа. Пробил оппонент. Не видел я, кто здесь стоял. Ладно, сейчас мы это увидим. Давайте рисковать не будем лишний раз. Тактику хочется, но земля прям нужна-нужна. Земля прям нужна очень сильно. Так, на тебя давай тоже кинем слоу. Так. Ну да, тут все ясно. Так, ну что, дадут нам заэкспертить землю? Очень бы этого хотелось бы. Ну, здесь такие бои, где просто нужно какую-то глупость не сделать. А для этого чуть-чуть внимательности, и на этом все. Да, землю мы экспертим. Отлично. И давайте на Габанк все-таки грохнем. Мне надо отстраивать Капитолий, Гидр, а денег нет. Сапожки было бы неплохо, но вот не хочу терять темп. Не по темпу они мне. Лежат там где-то в стороне на обочине. Так, я не понял его. Компьютер пробил или нет там заслон, который был? Так. Угу.
здесь тоже сложностей быть не должно никаких. Так, тут главное тоже не напортачить. И все будет хорошо. Ну да, все легко и просто. Но артиллерию-то я не хочу брать, откровенно говоря. Вот 8000 прям нам заходит как нельзя лучше. Замечательно. Так. Ронхильда. Купить, не купить, пусть подвезет. Тех, кого у него есть, еще бычков. Наверное, да. Гидр мы и так успеваем построить. Хороший же план. Так, ну и погнали к оппоненту. Чего тянуть-то? Не вижу никакого смысла затягивать. Я в себе силу чувствую. Магия, конечно, не полная, но... надеюсь, что мне хватит. Так, тоже не вполне по пути. Давайте я не буду на него тоже тратить. Да, смотрите, пробили. Кто здесь стоял, я не знаю, но стояла охрана. Ну и хорошо. Так, ты давай следуй на некотором отдалении за лидером нашего народа. Синий, по-моему, надо мной. Мне кажется, именно синий цвет мелькал. Слушайте, давайте заглянем. Что-то мне не нравится, как Тазар качается. Тоже, конечно, надо придется с пути немножко сбиться. До замка я и так сомневаюсь, что мы успеем. Вдруг что тут дадут хорошее? Да, слушайте. Вот не зря я с пути сбился. Можно уж заодно кочевников ломануть. Так, есть гидры, супер. Ага,
Здрасте. Наняли героя, ничего не скажешь. Так, ну Тазар, наверное, все успеет, да? В библиотеку забежать и с супостатом разобраться. Троечка. Троечка — это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем я это сделал? Так, ну ладно. Не убьет же он меня, ну куда там? Там да убьет еще. До луны на тракторе. Есть, логистика, ну поперло. Все одно к одному. Ну и Айны объясним, что... Ну там стрелка летела, все ясно. Айна объясним, что вести себя надо прилично. В приличном же обществе. Так, здесь пост капитана. Гнолики пусть ладятся получше. Дух океана удвоил население. Будут сейчас мне на каждом ходу встречаться. Так, конюшня. Колодец. И в замок я не успеваю. И сейчас он там наймется. Да, мне это неприятно. Да, неприятно, конечно. Всегда неприятно, когда не хватает одного прям движения. Тын, да, когда тебе нужно тын до достижения результата, этого тын как раз и нету. Ну ладно. Бывает. Так, и нам нужен, кстати, второй герой. Может... Вистон будет вторым героем. Почему бы и нет? Армии мы тебя обеспечим. Так. Ладно, улучшение пока. Оставим в стороне. Угу. Ай-яй-яй-яй. Да, это, конечно, неприятно. А еще неприятно то, что нам убрать-то особо...
Василиска за стену отправлять. Гробить его там. Да, неприятный момент. Но с другой стороны, что делать, не нападать? Да надо нападать. Так, ладно. А куда мне теперь торопиться, кстати? Я вот что подумал. Башен нет. Слушайте, не зря баллистику качал. Как раз то самое чувство, которое возникает в такие моменты. Тогда идет, что ли? Лучше уж пожертвуем мухами. Тем более, что и не то, что прям пришлось жертвовать. Ну, просто подставить. Да, ну конечно, защита и правда у Тазара феноменальная, точнее у героев Тазара. Ну, в принципе, и не сказать, что я так много потерял. Так. Отлично. Отлично. Замок у синего заняли. Ах, жаль, не успели, да? Денег сейчас будет прилично, можно было титанчиков грохнуть. В смысле, построить. Так, а что ж магии-то у тебя даже нет, бедолага? Так, ну ладно. Неужели он под землей? Где герой синего-то? Непонятно. У меня на самом деле и вариантов-то других нет, версий, где они могут быть. Так, ладно, Вистон, иди за ополчением. Что мы делаем? Маны, в принципе, у нас более чем достаточно. Давайте осмотримся. И возьмем атаку. Т.
Так, ну уходить отсюда, пока мы не уничтожили синего, смысла, конечно же, нет. Пусть, у меня и правда такое чувство, что он под землей засел. Давайте посмотрим. О, обзорочка. Так, ты сюда, Вистон сюда. Кстати, тобой можно по повышалочкам пробежаться. Если что, петух, если честно, задрал вот это вот кричать здесь. Но, к сожалению, удалить его отсюда нет возможности. Так, все ясно с героями. Странно, что я вообще ни одного героя не увидел у синего, ну такого какого-то внятного. Кем пробивался-то защита? Может, он ушел к оппоненту, к фиолетовому? Да нет, тут вот бычки стоят, я так понимаю, на проходе. Нила. Надо ли мне с тобой драться, Нила? Вопрос только в этом. Ты далеко, пока ты будешь бежать. Так, и вообще, надо ли мне что-то здесь пробивать? В принципе, и нагрудничек можно, и щит по себе забрать. Щит вообще имба для нас. Давайте щит заберем. Так, опять же, не накосячить. О, какой. Взял вверх, пошел. Ну, зачем ты это делаешь? Хотя стрелку можно было и не кидать. Так, ну ладно, не страшно, щиточек. Ну это вообще имба. 32 защиты у Тазара, это не пробивается. С экспертными доспехами 12 уровня. Это круто. Прям что-то щиты в округе. Щитов валом. Так, я там, кстати, заприметил сокровищницу Наг. Вот ее имеет смысл сломать. Смотрите, да, я уже говорил в одном из прошлых прохождений, как работает в Хоте этот алгоритм. Ну, кто-то может сказать, ну и синий, и чё, он никуда и не идет.
Просто карта у него вот здесь разведана, ну здесь, соответственно, тоже. Я стою у него на пути, и он видит, что у меня больше армии. А если у оппонента больше армии, то компьютер не идет в его сторону. Что, собственно, нам на руку. Да, бронебойные ребята получились в итоге, в результате. Совсем нарваться тоже не будем. Хотя что-то мне подсказывает, что я вполне себе переношу его удар. Экспертная логистика — это приятно. Надо банк побольше, это тоже приятно. Ну, завет главный вы помните. Не накосячить. Да, нам бы хаст не помешал на самом деле. Ну да, все тут мы спокойно уже разбираем. Да, можем даже атаковать. Так, ну разведку мы не будем брать. Ну, 12 тысяч прекрасно. Слушайте, я сейчас титана все-таки поставлю, прежде чем идти дальше. Почему бы и нет? Кстати, кстати, почему я вот этого не сделал? Не лишние же, правда? Турсики. Так.
Угу. Все, синий тут сломался эмоционально. Так, шестой день. Так, не то чтобы мне это сильно надо, но пока у нас есть время, почему бы и нет. Да, тоже нормально. Так, ну и все, идем по направлению к замку. Ну что, давайте как-то здесь... Ртуть нужна. Под зомбями. Сейчас заберем. Ну не прямо сейчас, когда мимо будем бежать. Да, все, синий сейчас будет погнан с карты. Как-то даже неловко за него, да, как он... Опустил ручки, лапки опустил и застыл на месте. Вот. Это я понимаю. Сейчас мы ребяток с собой возьмем. На следующий день. Эх, даже магию построить не на что. Да, ну как-то мы прям легко и неинтересно отжали, да, вот этот город, хотя компьютер сам все проморгал этот момент, поэтому нам ли переживать? Давайте себе еще армию подувеличим. Вот таким образом. И пойдем в путь. Даже не буду тратить время. Ну что, на этом я предлагаю закончить вторую серию этого сценария. Остается надеяться, что третья серия будет более интенсивной. Обидно же прокачать такого героя и не встретить никакого сопротивления со стороны компьютера. Мне вот очень обидно на самом деле. Но будем надеяться, что фиолетовый и зеленый окажутся более достойны Тазара. По крайней мере того, чтобы скрестить с ним клинки. Ну ладно, с вами был Антиквар. Ставьте пальцы вверх под этим видео. Подписывайтесь на канал. Играйте только в умные игры. Получайте от этого массу удовольствия. И пока. До встречи.